Минтруд предложил снизить прожиточный минимум. Ведомство планирует установить его ниже 3,7%. Объясняется это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 510 рублей, для пенсионеров 8 788 рублей, а для детей 10 383 рубля. По данным Минтруда, цена на картофель, морковь, репчатый лук снизилась более чем на 20%, на белокочанную капусту на 18%, на свеклу на 19%. Центробанк ожидает, что в 2020 году цены вырастут на 3,5-5%.